Новый дом на карте города. Жилищно-строительный кооператив «Велес» на Институтской улице в микрорайоне Чкаловский завершает строительство дома с пристроенным паркингом. На еженедельном строительном часе обсудили вопрос передачи инженерных сетей в муниципальную собственность и дальнейшие планы инвестора. Да, в июне месяце сдаем. Осталось благоустройство, безопасный регион и уличка освещения. За моей спиной тот самый дом на улице Институтской, который компания «Велес» построила в строго установленные сроки за 2 года. На первом этаже нежилые помещения, на остальных 188 квартир. Из них 5 будет передано муниципалитету. 4 однушки и 1 трехкомнатная. И еще 9 миллионов рублей компания передает на строительство школы в Чкаловском. Там 5 квартир и 9 миллионов, которые на школу, да, на пристройки. Да. В какие сроки на школу средства? До момента получения решения на ввод. Да, май-июнь. Да. Компания планирует строить в округе и дальше. ЖСК разработала концепцию под застройку 9 гектаров. Выполнение гарантийных обязательств по устранению строительных недоделок в домах микрорайона «Радиоцентр-5» на Щелковском шоссе обсуждалось с генеральным подрядчиком «Промриэлт». 3 17-этажки общей площадью 24 тысячи квадратных метров введены в эксплуатацию в 2017 году и сегодня обслуживаются управляющей компанией, не без нареканий со стороны жителей. Дома введены в эксплуатацию, есть недоделки, периодически пишут жители, жалуются на недоделки. Есть управляющая компания на сегодняшний момент. В связи с тем, что застройщик фактически самоустранился давно, мы взяли на себя ответственность за происходящее и, ну, собственно, как-то пытаемся все это дело в силу своих скромных возможностей добивать при необходимости. Вот, в принципе, вот такая ситуация. То есть в рабочем порядке вопросы решаются. Один ответ был сделан и выполнен. Это удалили сырьевой материал из подвала. Вот. Все остальные 21 вопрос, который мы адресовали застройщику, на сегодняшний день находится без ответа. Тем не менее, вопрос поднят, и я даю поручение в этом направлении. А потом, когда мы подойдем уже к какому-то логическому завершению, мы еще раз на второй части здесь все соберемся. Принимается? Да, конечно. Управляющая компания, генподрядчик и специалисты по ЖКХ, администрации, не откладывая, провели совещание. Разговор был эмоциональным, стороны отстаивали свои точки зрения. На стройчасе также говорили о концепции многоквартирной застройки вблизи микрорайона Жигалова. Михаил Налетов, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».